Перед началом основного видео хочу порекомендовать вам подписаться на мой новый канал распаковок посылок от VTNT. Как вы видите, посылок огромное количество, поэтому будут там постоянно выходить видео, уже выходят, и стабильно будут выходить новые. Так что в описании есть ссылка на этот новый канал, переходите и подписывайтесь. Всем привет! Добро пожаловать на канал VTNT. С вами, как всегда, я Вова Тишевский. И сегодняшним предметом нашего обсуждения будет являться Xiaomi Redmi Note 4X. Я никак не мог пройти мимо этого интересного смартфона, и обязательно на моем канале будет обзор. Поэтому, если вы хотите его посмотреть и вы еще не подписаны на мой канал, вот да, именно ты, вот именно ты, я сейчас смотрю именно на тебя, подпишись на этот канал для того, чтобы посмотреть обзор. И теперь о самом смартфоне. Все вы помните успешную линейку Xiaomi Redmi Note. Xiaomi Redmi Note первого поколения, он был выпущен фиг знает когда. После выхода Xiaomi Redmi Note 2 у Xiaomi пошел какой-то прорыв идей, и количество выпускаемых девайсов увеличилось. Xiaomi Redmi Note 2 Prime, Redmi Note 3, Redmi Note 3 Pro, Redmi Note 3 Pro SE, Redmi Note 4 и вот сейчас Redmi Note 4X, который не совсем получился такой, как ожидали, потому что ожидали там с более мощным процессором, но и неплохой в том плане, что многие заценили и сказали, что он лучше, чем Redmi Note 4 обычного поколения. Вот у меня, кстати, в руках этот Redmi Note 4 обычного поколения. То есть его Redmi Note 4 сравнивает с Redmi Note 3. А Redmi Note 4X сравнивает с Redmi Note 3 Pro. Кстати, тоже он у меня присутствует. Оба смартфончика, оба достаточно интересные. Оба удачные. Вообще решение Xiaomi Redmi Note 3 Pro выигрывает как минимум в трех частях. Это цена, это автономность батареи и это производительность для игр. То есть он был как раз именно полностью сбалансирован. Даже Redmi Note 4 не так интересен для игр, к примеру, как Redmi Note 3 Pro. То есть вот такое и является особенность и преимущество этого смартфона. И Redmi Note 4X вызывал большое количество ожиданий, в частности и у меня также. Ожидание выпуска более мощного устройства на более мощном процессоре с очень гуманным ценником. В частности, сейчас Redmi Note 4X продается на китайских сайтах в модификации 3.32 в среднем за $175-185. Ну, кто немножечко более жадный, тот может, конечно, и поставить и больше. Я имею в виду из продавцов на Алиэкспрессе. Итак, давайте же рассмотрим, чем же интересен этот смартфон более детально. Ну и, соответственно, разберемся, есть ли смысл покупать этот девайс и кому есть смысл покупать. К примеру, владельцу Xiaomi Redmi Note 3 Pro есть ли смысл переходить на Redmi Note 4X как вариант. Ну что, поехали. Итак, мы сейчас находимся на странице продавца, который называется Xiaomi Dreamy Store, который работает год. У него цена 178.99, как раз именно в допустимом лимите, с учетом того, что я купил за 179.99, тут даже еще на $1 дешевле, что тоже является хорошо. И золотой вариант еще дешевле, за $175 продается. Вот, кстати, тоже очень интересный как бы такой момент. Они как бы ставят прошивочку, и у них эта модель будет светиться как Redmi Note 4 на 8-ядерном Octa-Core процессоре, а не Redmi Note 4X. Ну, это, конечно, не очень хорошо. Нужно просить тогда при заказе говорить им о том, что, ребята, давайте не ставьте вашу там Chinatown прошивочку. Пусть будет официальная английская версия, ничего страшного. Вот 8190, а не 8110. Вот, потому что сбивается вот эта вот цифра, как они говорят. Но тут как бы нюанс есть еще какой. Есть еще Special Edition Redmi Note 4X и есть Redmi Note 4X обычный. Отличие его прежде всего заключается в комплектации и второе в цветовых решениях. Вот цветовые решения розовое, золото, далее голубой и, по-моему, еще какой-то белый. Вот с вот надписью вот этой вот Miku Special, Hitsum Miku Special Edition. Note 4X с вот этой девочкой на картинке,
Он еще и отличается комплектацией, так как к нему идет еще и дополнительно, по-моему, если я не ошибаюсь, чехол и пауэрбанк с логотипчиком или с фоткой этой девочки. Но если вам все это не интересно, давайте немного посмотрим по характеристикам. Прежде всего, нужно понимать, что Xiaomi Redmi Note 4X это немного улучшенный и модифицированный Redmi Note 4. По технической части в Note 4X установлен процессор не MTK Helio X20, как здесь, а Qualcomm Snapdragon 625. И даже если смотреть в синтетических тестах, то Xiaomi Redmi Note 4 на Helio X20 более круче выглядит. Это 90 тысяч попугаев в Antutu против Xiaomi Redmi Note 4X, который выдает до 70 тысяч попугаев в Antutu, ну плюс-минус. Xiaomi Redmi Note 4X интересен тем, что сам процессор Qualcomm Snapdragon, он более оптимизирован для работы с более тяжелыми приложениями, поэтому даже при низких показателях в Antutu, он может выдавать лучшие результаты в производительности игр, если вам это интересно. Ну и в принципе не только игр, а и вообще в интерфейсе, потому что интерфейс также требует наличие хорошего и быстро действующего графического чипа, то есть и самого процессора. Также Redmi Note 4X имеет 5,5-дюймовый Full HD экран. Он хороший, в Redmi Note 4 он просто шикарный, неплохой в Redmi Note 3 Pro. Я думаю, что если тут поставили хотя бы более немного улучшенную матрицу непосредственно экрана, я думаю, что этот смартфон будет еще более приятен. Также интересен момент то, что добавили более ускоренный автофокус. Также интересен момент то, что модификации, которые имеет Redmi Note 4X, это 3.32, 3.64 и 4.128. Но 4.128 вообще нигде нету, и я не знаю, когда его выпустят. Также аккумулятор у нас 4100 мА, и основная и фронтальная камеры у нас 13,5 мегапикселей. В принципе, вся информация, которая есть вот на этой страничке, она себя уже исчерпала. Со своей стороны хочу добавить то, что немного изменился дизайн корпуса, то есть совсем чуть-чуть капелюшечку, и один из как бы немного странноватых моментов, которые я заметил, и возможно он будет иметь место, это то, что в отличие от Redmi Note 4 верхняя полосочка стала обратно пластиковой, как в Redmi Note 3 Pro. И кому-то это нравится, кому-то это не нравится, но вот если посмотреть более детально, рассмотреть картинку, то вот именно это отличие присутствует. Давайте мы вместе посмотрим, вот картиночка, да, и эта картинка не особо отображает. Вот даже, в принципе, на золотом мы видим даже нижняя часть, может быть, она стала такой же, как и в Redmi Note 3 Pro. То есть здесь они ни по цвету, ни по чему не отличаются, то есть мы видим, они прям монолитные, как в Meizu M5 Note. А здесь у нас отличие есть, и это для любителей, перфекционистов и там всего остального, тонкостей и нюансов, это будет иметь какое-то значение. Итак, давайте же посмотрим, где мы можем купить этот Xiaomi Redmi Note 4X, и в конце я скажу, где я купил, ну и объясню причину. На самом деле причина очень банальная, очень простая, но тем не менее. Итак, Xiaomi Dreamy Store, которым мы сейчас на страничке которого рассматривали этот товар, он предлагает нам смартфон за 179 и $175 в зависимости от цвета. Других модификаций цветов не предлагает, и в принципе их вообще нет в наличии. И в Украину отправляют служба AliExpress Standard Shipping и DHL, если вам это прям остро необходимо. Также этот смартфон есть у Fantasy Technology, это достаточно старый продавец на AliExpress, который имеет даже русскоязычную поддержку, если что. Также у него в наличии всего лишь два смартфона, и они у него немножко дороже. Вот дороже, это $176, на $1 дороже за золотую версию и на $1 дороже за темно-серую версию, темно-серую модификацию. И у них тут где-то на страничке было, но уже, по-моему, нету. Это в группе ВКонтакте, возможно, я видел. Они уже запостили фоточки, то есть то, что он у них есть в наличии. И они уже готовы его отправлять практически сразу. Но это, конечно, если, к примеру, купить сразу, я имею в виду, может быть, у них там было штук 20-30, и они потом их распродали, а следующие будут отправлять в течение недели. Не факт, что это так,
Но может быть такое. Fantasy Technology – один из вариантов, в котором я тоже покупаю в этом магазине. Следующий магазин – это Ethernal Team. Я сразу могу сказать, что я прям вот не рекомендую в этом магазине покупать или рекомендую. Но есть ряд людей, которые его хейтят по той причине, что им пришли неудачные заказы. Вот, я заказывал несколько раз на этом интернет-магазине. В принципе, у меня никаких проблем не возникало. Вот, поэтому я не знаю, смотрите сами. Вот интересно то, что у него в шапке написано о том, что 169.99, но по факту 169.99 нету. Может быть, какой-то период времени у него был по 169.99, но чего-то вообще нет. Мы видим только за 179 и 176 долларов. Ну и плюс варианты выбора модификаций там со стеклами, со всякими плюшками и так далее. Также этот смартфон продается у продавца MC Mart, у которого тоже я заказывал и у которого тоже есть поддержка в социальных сетях. Русскоязычная я точно не помню, есть ли у них поддержка, но тем не менее этот смартфон стоит 176 и 179 долларов у них. Если вы заказывали, у вас есть удачный опыт работы с этим продавцом, то почему бы вам и не заказать в этом магазине. Но могу сказать, что продавец более чем проверенный, поэтому... Ну, есть смысл его рассмотреть. Следующий магазин это Hong Kong Goldway. Магазин, который не особо как бы является конкурентным. По той причине, что у них всегда стоит 2,63 доллара на доставку. И это, конечно, странноватое решение. Причем, что у них цены такие же, как у всех, только плюс 2,63 доллара на доставку. Несет ли это какое-то преимущество? Думаю, что нет. Несет ли какое-то это преимущество в плане того, что продавец более классный? Тоже нет, по той причине, что Hong Kong Goldway это ничем не лучше, чем NC Mart, Fantasy Technology. Ну, я бы, может быть, даже его сравнил бы с каким-нибудь Ethernal Team плюс-минус. Поэтому смотрите сами, но что я могу сказать из того места, где я действительно могу порекомендовать? Это Dreamy, это Fantasy Technology и MC Mart. Это три магазина, которых я в основном покупаю. Что касается моей покупки, я сделал свою покупку 15 февраля, а записываю это видео 20 февраля у продавца Fantasy Technology за 179.99. Сейчас у этого продавца немного дешевле, то есть на 1 доллар. Ну, я думаю, что это не особо принципиально, с учетом того, что мой товар уже вылетел ко мне, и я надеюсь, как только я его получу, сниму для вас видосики, распаковочки и так далее и тому подобное. Так что, друзья, будем с вами видеться чаще, и я надеюсь, что вам понравилось это видео, оно было актуальным, интересным и познавательным для вас. Все, друзья, спасибо вам за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, все ссылочки на эти магазины я оставил вам в описании. Ну и еще увидимся в новых видео. Всем пока, до скорых встреч. А также подписывайтесь на страницы социальных сетей, группу ВКонтакте, Инстаграм и Твиттер. Нескольких моих подписчиков заинтересовал вопрос приобретения Xiaomi Redmi 4 Pro или Redmi Note 4X, так как у них по железу они практически одинаковы, отличаются они по диагонали экрана и еще кое-какой момент, который ну действительно очень сильно отличает Redmi Note 4X от Redmi 4 Pro. О нем я сейчас скажу. Смотрите, то есть в принципе есть люди, категории людей, такие как я, которые любят маленькие смартфоны с маленькими диагоналями. Это очень важный момент для тех людей, которые ценят компактность в смартфонах и они выбирают принципиально эти телефоны. В случае с Redmi 4 Pro и Redmi Note 4X есть еще один очень важный момент, то что Redmi 4 Pro ну немножечко, ну или даже не немножечко, а прям вот по-серьезному облажался в плане камер. Камеры у Redmi 4 Pro, ну, мягко говоря, просто ужасные. И это для меня является очень важным моментом, и я бы тут рассматривал бы этот вопрос также из этой плоскости. То есть, есть ли для вас не очень актуальные камеры, то есть вы как бы вообще не фоткаете, то есть вообще и вам нужен компактный смартфон, я бы брал бы Redmi 4 Pro. Но если вы потенциально планируете
хотя бы немного фотографировать на ваш смартфон, то есть в компании друзей, селфочки какие-то бацать, хавчик фоткать и так далее, может быть какие-то вечерние фоточки делать. Я вам скажу, что Redmi Note 4, просто Redmi Note 4, не 4X, а Redmi Note 4 настолько лучше фотографирует Redmi 4, что, блин, вот даже хочется купить просто смартфон с большим экраном, но чтобы он лучше фотографировал. То есть в этом как бы является его преимущество. В Redmi Note 4X камера, я уверен, будет не хуже, чем у Redmi Note 4, но это мы проверим. То есть едет ко мне Redmi Note 4X, у меня есть Redmi Note